Кто у нас приготовил конкурс для участия? Раз, два, три. Вдвоем, да? Четыре, пять. Вы тоже вдвоем с Али? Да. Али сегодня нет, он в Кандалакшу поехал, да? Вот. Называй имя, человек выходит, говорит ОС и рассказывает коротенько об этом. Кирилл? ОС. Так, что тут у нас? Иероглиф Кёкусинкай. Кандзи называется. Кандзи Кёкусинкай. Правильно будет. ОС. Написан он на одном из видов письменности Японии. Кандзи. То есть это не кандзи. Кандзи Кёкусинкай. Просто он написан на кандзи. ОС. Далее. Катана. Вау. И нож. И нож. Четко. Молодец. Так, раз. А, Полина? Ну, показывай, что там у нас. Пояса. Пояса. Ох, ты молодец. Слушай, молодец. Это надо было информацию уже поднять, да? Далее. И... Канку. Это у нас канку. Это кандзи. Молодец. Мега четко. Так, кто у нас следующий? Вы вдвоем, да? Вдвоем подходите, вдвоем ОС. И рассказывайте, как это, что у вас. ОС. Как зовут? София. София, как зовут? Дарина. Дарина. Мы нарисовали Ирину Викторовну и вас вместе. Так, 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 так. Кёкусинкай. Вот это вот Ирина Викторовна. Похоже, такая же дерзкая. Так, Виталий Геннадьевич. Классно. ОС. Неожиданно. ОС. Неожиданно и очень как бы так мега шедеврально. Так, кто у нас еще? А, Дашенька? ОС. Ну, показывай. Знак Кёкусинкай. Так. Канзи Кёкусинкай. Классненько. Молодец. И еще какая вещь. Никогда не стыдитесь того, чего вы делаете. Пришли по-настоящему ОС. Сделала, пусть даже так. Значит, так вот, такая ситуация. Никогда не стыдись, ладненько? Вот, молодец, садись. Ус. Кто у нас еще? Кирилл. Диня. Ус. Ус, показывай. Так, Канзи. Молодец, сам рисовал, видно. А это? Это у нас кто? Это я такой, да? Понял. Похож, похож. Классно. Так, Каратэ Кёкусинкай. Четко. ОС. ОС. Каким образом будем выяснять победителя? Голосованием здесь? У нас. А, все, каждое, что у нас есть, я сфотографирую и выложу у нас в группе. Так, вот так вот стану, чтобы у вас всех было видно, вашу реакцию и все остальное. То есть это все я сфотографирую, выложу на сайте и в группе. То есть вот. А, репостики сделаю во все группы, да, где есть. Очень было приятно увидеть вот это вот. Если честно, очень приятно. Не ожидал. Так, это вот с задумкой. Там тоже себя не ожидал увидеть. Вот, каким образом будем голосовать? Можно сделать опросик ВКонтакте, где каждый родитель проголосует в нашей группе. Раз. Можно сделать опросик на сайте. На нашем сайте, на официальном сайте, сделать статью и там сделать опросик, и все желающие могут там проголосовать. Второй вариант. Третий вариант можно сделать у меня на странице голосования. Там же выложить каждую фотографию, номер ей присвоить. И опросик один, голосует два, и репостнуть в нашу группу, в частное сообщество раз, в официальную группу, 10 тысяч человек, там два, Каратэ Кёкусинкай, там сколько у нас человек, 15 тысяч, и в самое большое сообщество ВКонтакте, там тоже администратор, туда выложить можно, ну, заодно как бы репост сделать, то есть будет участвовать очень много людей независимых, которых мы не знаем, то есть тут не будет никакой ни подоплеки. Вот. Каким образом будем голосовать? Кирилл. Где родители голосуют? В частной группе, да? Да. Раз. Полина. Что?
какой группе будем голосовать. То есть в частной нашей группе у меня на страничке сделаем или на сайте? Не знаешь. София? Дарина? Воздержалась, двое воздержалась. Каким образом? В нашей группе. В нашей группе, да? Да. Каким образом? На нашей, на сайте. Так, в нашей группе на сайте. Но на сайте в любом случае, то есть мы результаты сделаем. Надо будет подумать так, чтобы никому не было обидно, правильно? То есть если более независимо, как бы, чтобы разные люди, которые с нами не связаны, голосовали. Это было бы более здорово, правильно же ведь, да? Да. Потому что если я, допустим, вот мне вот, допустим, определенного человека понравилось, кто нарисовал. Вот. Если я приму такое решение, как бы, да, многие последуют за мной, как бы, правильно? Просто потому что тренер. То есть тоже так, как бы, не это самое. Надо более независимо. Поэтому, как бы, и мне тоже нельзя. Опрос можно сделать анонимный, чтобы не было видно, кто голосует. Ну, какие люди. То есть там просто количество голосов и линейки такие будут. Проголосовал, голос добавляется, это голосование ВКонтакте и дальше. Вот. Сегодня подумаем, вечером озвучим в нашей группе ВКонтакте и на тренировочке я вам скажу, как чего. Вот. Однозначно сегодня все перефотографирую. Перефотографирую. Телефон с собой сегодня не взял. Не успел. Просто-напросто. Вот там код подтверждения было, надо ввести и такое прочее, там разблокировать. Вот. Давайте сейчас сложим здесь вот так вот на солнышке. Так, чтобы было видно вот сюда, вот, вот так вот. Это у нас Кирилл. Клади. Это у нас София и Дарины. Это у нас Полины. Это у нас Денина. Сам рисовал? Да. Да, да. Полина тоже сама рисовала. Здесь, 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 здесь. Сам рисовал? Да. Точно? Да. Молодец. Так. Ближе двигай. Вот так вот, вот. Это у нас Даша сделала. Молодец. Так. Вот таким вот образом. Сегодня дома все перефотографирую. Пойду на улице с мечом, как настоящий самурай или ниндзя. Да? Вот. И на следующей тренировке скажем, как чего. То есть, каким образом мы будем. Ну и ВКонтакте, и в группе в любом случае напишу и на страничке своей. То есть, я загружу вот каждого изделия, да, подпишу кто чего как. На сайте раз, на своей страничке два. В нашей группе, в частном сообществе три. Вот. А кота? А? Она же за пазуху спрячете. Да? Меня примут, скажут, дурачок какой найдется с игрушечными мечами. Не, ну у нас люди же так вот реагируют, правильно, да? То есть человек идет вот так вот, скажет там это самое, что... Ну, частенько так реагируют, как бы, да? Максом?